Если вы вот сильный, такой сильный, вы не можете попросить о помощи, вы не можете попросить о том, чтобы кто-то проявил заботу и психологическую поддержку, если вы считаете, что как бы вы должны это делать, а другие не должны это делать в отношении вас, это ошибка. Вы немножко сбиты с курса реальности, видимо, каким-то своим прежним опытом, воспитанием. Сильный – это не тот, кто не нуждается в помощи. Поэтому, если можете попросить о помощи и не будете испытывать при этом ощущение, что вы ослабли, вот это будет прямо та сила, что нужно. Это как, знаете, в чугун. Чугун сильный, но колется. И надо туда вот это добавить, чтобы сталь из него выросла. И она уже при ударе колоться не будет. И в случае вот этой силы, это как раз вот эта добавка готовности при этом сказать, здесь буду, тяжело мне играть будет, нужна помощь. Вот это правильно.